Ирина Козева, врач-анестезиолог-реаниматолог, совершает традиционный осмотр пациентов. Работа не останавливается ни на секунду. За год через ее отделение реанимации и интенсивной терапии проходит около 400 ребят. Когда Ирина начинала свою профессиональную карьеру, детская реанимация, как отдельное направление медицины, только зарождалась. Все это было на глазах моих, как это было интересно. Мы все были очень полны сил, энергии, энтузиазма. Всякие технологии новые развивались, мы их внедряли и видели, какой-то результат приносит положительный, какие мы все больше и больше детей выживает тяжелых. Это все на глазах. Ирина спасает детские жизни уже более 30 лет. Она уверена, без поддержки коллег не смогла бы так успешно работать. Команда – это главное. Говорит, что ее окружают только замечательные люди. Коллеги отвечают взаимностью. Врач, который все эти 30 лет борется за жизнь детей, ну, это стоит глубокого уважения. И годы идут, а борьба за жизнь все в таком же темпе, в таком же ритме, которая была в начале ее карьеры. В преддверии Дня медицинского работника Ирину представили к званию «Народный врач Самарской области». Но она признается, главная награда – это счастливые и благодарные родители. Когда родители видят труд наш и как все стараются, как работает команда, они, безусловно, очень благодарны, они хотят поддерживать связь. Очень часто в праздники какие-нибудь кто-нибудь может посетить, порадовать нас, поздравить нас. Это очень приятно. Своих пациентов Ирина Козева не забывает после лечения. Она видит, как они растут, заканчивают школу и даже женятся. А ребята считают ее неотъемлемой частью своей семьи. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События.